Было 8, стало 11. В резонансном деле продажи бывшего здания завода «Краян» увеличилось количество обвиняемых. Детективы НАБУ закончили расследование по еще трем причастным к схеме завладения 92 миллионами гривен, за которые приобрели здание от так называемой «Евромэрии». Двое фигурантов координировали взаимодействие между участниками сделки, а третий контролировал махинацию с участием продавца компании «Development Elite». Еще один подозреваемый скрывает, объявлен в розыск. Напомню, что в деле Краяна главный обвиняемый – одесский мэр Геннадий Труханов, еще несколько чиновников горсовета, а также бизнесмены. Следствие считает, что эта группа организовала незаконное приобретение админздания бывшего завода «Краян», чтобы разместить там подразделение мэрии. Это стоило городскому бюджету 185 миллионов гривен. Когда у антикоррупционера возникли подозрения, сумму снизили до 92 миллионов гривен. 9 июля 2019 года Малиновский суд всех фигурантов оправдал, но специализированной антикоррупционной прокуратуре удалось обжаловать приговор и передать дело на рассмотрение антикоррупционного суда в Киеве.